осталось в чистом поле. Меня машина задавила. И все. Так идешь, идешь, тебя фигак переехали. В чистом поле. Ни души. Ты один. С кулечком. Рюкзак не хотелось тащить. Фигак. Переехали. И нет, не скучно. Короче, когда мне сказала скучно, я нашла гусеницу. Пообщалась с ней. Такая прикольная была. Тоже, видно, домой собиралась. Залезла на травинку и сидела, выглядывала вверх. Ну, здравствуй. И здесь красивая в будущем бабочка. Да? Какая ты интересная. Такая вот. Красота неземная такая. Расцветочка такая. Где мой дом? Где мой дом? Скажи, поднимусь я по травинке. Посмотрю вверх, где мой дом. Да? Папа, ноги мне домой. У меня ноги мне домой. Такая лапкульками держится. Лапусечка. Обняла тростинку. Ну все, давай. Мы потопали. Я потопала. Такая гусеничка. Симпатюлька такая. По-моему, даже она мне что-то сказала. Но больше разговаривала я. В общем, перекресток. О-хо. Налево пойдешь. Ноги оттопчешь. Направо. До ушей оттопчешь. В общем, выбор небольшой. Направо. По асфальту. И по моей дороге. Налево, мне кажется, дальше будет. Мимо манежа по кругу. Чуть, мне кажется, все-таки идем на асфальт.